Переговоры лидеров Республики Абхазия, Республики Беларусь прошли на очень высоком уровне, были очень содержательными, обсудили очень конкретные направления нашего сотрудничества, да и в целом комплексное развитие наших отношений и нашего взаимодействия. Прежде всего, обсудили вопросы торгово-экономического характера, создан уже торговый дом, который уже работает, уже заключаются контракты по теме поставки абхазского вина в Беларусь, да и по другим направлениям торгового сотрудничества. Кроме того, обсуждали важный вопрос активизации нашего инвестиционного сотрудничества, это тоже очень важная тема. Да и в целом мы создаем максимально благоприятные условия. Президент Республики Абхазия подписал указ о продлении безвизового пребывания для граждан Республики Беларусь. Это тоже очень важные факторы того, чтобы наши отношения, наш диалог, в том числе и на человеческом уровне, максимально укреплялся.